Хантов можете ребафнуть? Кулак Хантов. Давай заигрывает. Я уже выпил, давай играй. Ты выпил, а остальные нет? Ёбаный урон. Хватай, дроиды, почушки. Дяди перевели, блять. Мастер, почему ты нам обзор? Что? Обзор в чушке закрываешь, там некоторые пельмени не видят, кто камеру вверх не поднимает, допустим. Да, ужасно. Я не чувствую. Что? Это еще откуда? После пельмени у вас каз будет два раза дальше идти. Нет. Откуда у меня собака? Я так спросил, Тёма, ты собака? На дно, а не в стенку, блядь. Так, следующего красного я замедлю, потом не знаю.
А как он ее в помещении? Он тут не применит. Не применит. Не применит. Хоты повешен. На чушку, хоты. Да. Сука, не успел, блядь. Ой, не появился, блядь, заморозил до этого, нахуй. Боб, готовьте. Ты милишники. А, Боб не помогает, да? Я могу встать. Надо было, блядь, этот стопать. Дальше 70. А Техал вообще, блядь, поражался и бежит на красного, блядь, когда еще не выбрал никого на. Рага была, он не появился. Меня заморозил, когда он уже. Слышно, нет? Шансон, давай обратно в рейд. Да, все, у меня времени нет. Бил, блядь, профа нахуй. А? Ладно, если что, тут буду. Если освобожусь побыстрее, может, кому-то надо будет заменить, помогу. Давай. Мама Едику прорвала трубу, срочно замените. Сейчас у меня прорвет от таких трав, блядь. Все на замены ходят, и локу. Костя, если ты слышишь, то не слышишь, понятно. Могу пойти. Она сделала. Нашла завтра слот на магика обычно на ворону. У него трубу прорвало. Дом труба шатал. Ребят, что можно было сделать в этой ситуации мне, шаман? Ничего. То есть без их ситуации, как только я сразу же убежал в обратную сторону, ну, когда стан прошел, и... Я почти, блядь, успел, сука, блядь, дал стан ебучий нахуй, и, блядь, потом через секунду только появился. Ладно, не отправлюсь. Задум еще на замену хотим. Вот в смысле голова болит? Вот мне завтра на сутки. Время 9 вечера. Мы только на профе. Чё, кто-то, походу, кольцо ЕП проебал, да? Шансунг, ёб твою. Как дело до секса доходит, так сразу у всех голова болит, да? На самом деле, секс лечит, блин, голову. Одни девочки в гибли, всех голова болит.
кстати, жалуется. Тут никогда голова не болит. Каски бафы, что ли? Ну все, труба из ББПС-ка. Так, надамажишь. Надо, блядь, говорить стопать, нахуй, если такая ситуация будет. Да я думал, я успею, а нихуя, блядь, он меня застанил, нахуй. Да, я рыбу ел, все готов. Кулака нету, Саджира. Вы что, разорот, поставили нам? Личные новости, народ. Каждый совершенствовал танчу, которая уничтожит весь озерок. Не зря вкачал, да? Вот и вешай. Че у нас без ДПС? Что два сука слизни выходят. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Тебя хоть, блять, плюс 100 морали, тебе не будет толком. Грустный. Мосса, блядь, в колбы. Рэнди, я сейчас, блядь, скажу на скеле, блядь. Так и есть. Сколько я хуйни поймал даже за все эти траи? Скажи мне, мать. Нет, я пох. Сейчас погадаем выпьем.
Ну да. Лужи будут. А зеленый 5 секунд, а лужа через 6, нахуй, ёб твою мать. Замедлил. Или менее. Пять секунд, хорошо. Спел, нет? Блять, сука. На вкус как вишенка. Ой, извините. Иди в другую сторону. Типа ДВ нихуя не показал. Почему вы на луже ведь делаете нахуй? Алиса. Чё? Таста, не беги. Только не уложить да. Уже перед боссом. На колба взрывается. Перед крылом навіть такі, що не забудь. Блять, я думал, коли я тебе упала колба. Ще й два напало упало, да? Ты если... Ну, конечно. Я знаешь, кого нашла? Знаешь, кто мне пишет? Прагва. Дайте, у меня... Я не могу в гильдию с этого звания принимать. Кого тебе надо принять? Драгму. Это один из топовых шаманов Циркулёна, слоган третьего. Кто? Ну... Да, тут. Вот сейчас пишет. Пишет, я скоро победу ожидаете. Да, по-русски. Мы на кровь или на лед? Я вот что еще хотел сказать. Если вы не даете ГП за то, что люди ловят за трай по 2 раза пельмени и больше, давайте тогда ЕП хотя бы тем, кто нихуя не ловит. Хотя бы, чтобы стимул был. А то, получается, люди не получают ГП за то, что они косячат, а те, которые не косячат, тоже ничего не получат. Они не получают ГП. Все честно.
Да, а... и потом шмот рулят на равных условиях. Хотя один поймал 6 пельменей за 2 трая, а второй 0. Вот согласен. Вот сейчас вот я поймал 2 колбы, каюсь, на третьей фазе я чуть не рассчитал их радиус. Поэтому я говорю, что если вы не наказываете, то хотя бы поощряйте тех, кто правильно все делает. Чтобы был хотя бы стимул стараться. А то смысл мне тогда не ловить. Я давно предлагал хилам давать до КЕП. Подожди, дай договорю, пожалуйста. Один говорит, второй ждет. Потом следующий говорит. И я за то говорю, что смысл мне тогда стараться, если я могу тоже бегать и бланить, ловить по 6 пельменей и при этом ничего не буду за это получать. А ты просто можешь потом пятихатку ГП словить, когда в кого-то приедет. Так а где тогда ГП все. Тем, кто ловит? Я ж поэтому и спрашиваю. Если нет ГП, давайте... Давайте вы потом решите все эти проблемы, пойдемте уже бить, а? Лапосос, привет! Потому что ГП дается только на 5-й трай, а ЕП никому не дает. А я люблю пельмени. Я тоже люблю пельмени, под пивко. Фу. Ненавижу пельмени, так воняют. Блять, пошли пиздить мобов, пожалуйста. Я не могу, что в чем проблема, блять, или у нас перекур? Перекур? Кого, за дома заменил, да? Убили? Да. Колба упала? Да. Колба упала, я навар разобрал. Господа, у меня, кажется, сейчас надо ком будет трибутнуть. А это не хант? Ух, ребята, если вот этот драк нам будет играть, я... Фаркли, выруби Дукстай. Потрясающий шаман. О, это в него можно гайды брать, да? Угу. Все знает за шамана. Я бы сейчас для тикого вихта все знает за вара, блядь. Хули он не дамажит, нихуя. А ты нихуя не хилишь, что ты доебался. Боешка. Здесь говорю. Я просто еще по тому поводу за доп ЕП, чтобы люди старались, потому что реально я в прошлой гильдии было такое. Топ ХПС получал доп ЕП. Ой, топ ДПС. И это было хотя бы хоть интересно стараться. Да? Долг ЕП? Тут я боешку стережу. Стерегу, типа. Перебонька это у меня. Передергивай на боешку, так нормально? Вообще-то не очень. Не нужен ли вам протопал, эрпал, прот, тактик, КДБМ, чарки, сокет и дискорд, адекватность, 16 лет, опыта в игре много. Молодая кровь? Нет, конечно. Варкрафту больше, чем ему лет. Чисто поружать. Там, кстати, маг просился к нам, этот, с ником Дикость, который у нас уже 2 раза был и ливал. Не нафиг такой нужен. А, что у меня? А, бля, не тури. Думал, трэш почистить. Я думаю, нужно ли мне что-то тут. Мне тут нихера не надо. Палом. Вот воятель нужен. Имя такое Артур. Нормальные мне чуть не нравится очень. Паладинов нам нужны паладин. Мне нужен протопал.
И уж собачки забирать нечего, можно протопало поднимать. Какой у него ник? Жесткий пол. Жесткий пол. Откуда байк? Да. Ёбаный в рот. Нихуя себе меня убили. Кто-то с хилов АФК что полюбал. Где твой намак? Куда, ничего, Алиса, бежишь? Я потерялась. Отдавай. Меня удивляет то, что ты об этом спрашиваешь. Вот честно. Куда вы убегаете? Ложитесь почему, нахер. Почему люди считают, что они лучше других, если они тупо сваливают АФК? Почему остальным нельзя? Остальным умерли быстрее, выйдите после. А кто-то ушел отдыхать. Я так понимаю, если я даже начало инста убегу, они не отстанут. Ебать, Войт уже вырывается по ПРу нахуй. А чё вы, блядь, все не умерли, на? Зачем стало-то? Ебать, ещё раз бежать. Да, по-моему, тут не сверху косарь надо ебать накидывать за быстрый проход, а ГП косарь. Вот такие краи. Просто ебать не дать за открытый. Не, ну это нечестно, кто-то старался, кто-то играл. Ну дать тем, кто вообще не косачил, и всё, ну, ебать мозги. Походу ничего. Женя ФДК танк. Тут я тут. Что, ФДК танк? Что? Я
Шики-брики в данке, блядь. Боешка. В каком-то мобу. Назарука, спроси, он лутал. Прикольный дом, кстати. На это рейд-ролл, короче, под Сирус. Если даже кто-то, блядь, лутает моба, там сразу у тебя этот эпик линкует. И даже пишет про лута, ну. Ебать. Чего их не законтролили? Ну, сказал, а что, нельзя первым лутать, что ли? Чё нельзя? Иногда да, Тёма говорит, спрашивает, кто первый лутает босс. Ну, это на сундуках нельзя так делать. Возможно, баг получится, но это очень редко. Господин Рэл, у нас перекур отменяется, да? Ага. Давайте после лича. Давайте после лича, блядь. Мне нравится после лича. После какого лича мне завтра на сутки? Я даже не знаю, в чем я поеду. Не иду, ничего не сложила. Спасибо. Хилу, что делать? Скажи, пожалуйста. В обычке тут. Друг от друга разбегаетесь, берете ранч, когда могучий вихрь, остальное это похуй. И хильте танков, все, и... Шаман, а у тебя есть аддон сироцировский, ДБ? Нет. Вот поставь, тебе проще будет играть. Понял. Тут Личевский можно даже построить. Да, да, да. Ну, у меня здесь что-то стоит, короче, мне сообщение приходит в этот, в центр. Но ДБМ точно не ставят. Ну скачай именно сирусский ДБМ, он где-то в дискорде. Тебе на грулятор, на магика всему пригодится. Кого в дискорде был? Сахло. Шоп рыбки. А где КВ? Который сел дабы. Сори, господа, видеокарта решила отъебнуть, чуть-чуть и обновиться. А, Тайномаг в натуре, блять. Он сказал, что надо комп прилога. Да, не проблема. А может ему катушка нужна? А он так не заберет, да? Катушка нужна.
А он так не заберет. Ну, да? Воятель нужен кому? Не. Нужен воятель Гер. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Чё, бля, рыба была, ёба, а не есть. Короля Лича. Теперь наши силы едины. Ну я гроб. На это, блядь, вот ты 4, блядь. Куда его прыгнул, текушка? Зато я живой. Закатим шок. Блядь, они сейчас все сферы отпиздят. Кто там, блядь, масок не бьет? Рассекающим, к Назарюк, ты бьешь? Первая войдется на. Алиса, забирай сферу из меня. А таргет набью. Забери сферу. Ну, хорошо. Питающие вары. Баланера. Там, блядь, вчера, блядь, в коряску сходил нахуй. Блядь, что это такое фонит нахуй? Резку, блядь, сходил нахуй, две чешки упали, блядь, на РДД нахуй, одна на хила, блядь. Нужно было не говорить об этом. А я тебя Твися звал. Локом. Ну, спасибо вам большое тебе. Так рада. Кого-то. Привет. Ну чё ты, блядь, телесе это? Деревня. Типа, слушай, деревня далеко. Если на вал пойдём, Войт? Сразу начал диковеркать, да? Магон, ты есть? Нет у тебя? Алло, сферы, блядь, все вейдятся, нахуй. На других, блядь, РДДшников, нахуй. ШПшники не бейте. У вас там масуха, походу. Опа. Бам-бам-бам, катушка не упала. Пробу-бу. Ребят, вопрос один. Сейчас кто-то убегал с темной сферой. Это
грубо говоря, хил может, на хила может попасть эту темную сферу? Может. И если темная сфера на хиле, он отбегает вот туда, да, вправо. Что, курим, да? Да, я вспомнила про штанишки. Время еще не вышло, или вы их все-таки раздизили? Давай я сдизю. Лучше штаны, как по мне, на кастера, только с 25 Гц ЛК. Почему вы их не берете, я не понимаю. Чем вы там хит набираете? Природа трэш сахари, да? Не, не сахари. Нет, спасибо, у меня с этой. Так что, перерыв? Если так считать, ну, блядь. А, у меня ассиста нет, я хочу перерыв поставить, ебаный. Но вот эта вот тринка на хила, которая выпала, это же бисовая, да? Счет ты имеешь в виду? Чешуя. А, она не выпала, нет, он просто клинковал. А что выпало, как понять? А сверху вот, у него там у двоих аддон. То, что видишь, вот шейпы линковал, выпало вот это. А, все, вижу. Угу. А так, чешка, да? Так это, по-моему, СПДшная, нет? А, там хиллоска тоже есть, да. Да, она очень крутая, ты ее юзаешь, когда тяжело, и все, и откидываешь очень хорошо. Так, ладно, пойду покурю, хуй быстрее. Так я на лану нужен или свободен пока? А ты кто? Дайномаг, который вот сейчас с принцов вылетел. Хуй знает.
Хэми вихри не шотают на принцах. Если вы будете стоять в куче одной, то шотают. Ну, если сбежаться, конечно, сдохните сразу. Нет, там еще же эти вешаются стаки, и когда тебя будут раскидывать, стаки будут в воздухе дамажить тебя. Я просто смотрю, тут очень много так друг друга линковали. Ну да. А там вообще будет жестко, там у всех будут стаки, если будет 3-4 человека, дамаг от вихря плюс стаки, все, ты считай, умрешь. Если смотрите, у нас какая тактика, я вот по офу помню, то есть милики, им делили вот эту вот часть, где принцы стоят, то есть один милик сюда убегал, второй милик, да, сюда убегал, и вот так вот милики между собой рейндж держали. Вот это надто тяжелая тактика для этого рейда. Это в Хейме там, наверное, так будут делать, скорее всего. Потому что там будет очень сильно этот, чтоб стаки никто не сбивал на РДДшек. В Хейме обычно РДД большую часть дамага вносит. А я вар, мне похуй, я шрай прожму. Один раз, блядь. А не, буду... это Ванзай, по-моему, говорил, да, про этот, про принцев? А, да. Да. Даже ходишь, да. Ребят, вопрос можно? Про ЕПГП. У меня, я смотрю, было 500, сейчас 400. Это вот сняли за косяк, да? Ну, первый. Нет, первый. Это был сброс 20% резко. А, то есть, понял. Каждый раз после сброса КД урезается ЕПГП на 20%. А что? Мы просто до рейда забыли сделать, поэтому сделали во время рейда срез. Клан релов, да? Да. Можно дать фир по какому-то мобу. А на вальку синдру могу зайти. Да, я хочу себе один раз закрыть на поле. Ну посмотрим, если ДПС не хватит, я сбиваю. Бывает, подергайся. На тебе мог писать, а он не прыгался во всех сторонах. Шейпер ФКшит, какой страх, блядь. Ой, не шейпер, Шредер.
Почему сегодня вас так прошибает? Лису и тебя? Нет, вообще прям вот. С двумя близнецами накачанными? Но я знакомых не помню. Это еще не видно. Снимает лучше. Да, здесь политически не надо. Восемь стаков или с ним. Я уже сыграл. Так я, блядь, до парика ушел, блядь. Чувак, когда я нашел. Ребят, а разве шипы надо не 14% меткости? И талант 3 дает, да? Да если это залянс, то вообще 10. А чё шейперы ушли? Тут Лися просто Т4 куски много меткости дает. Да я забыла, что тут вы через Т4 играете. Я не буду забирать себе эти токены наши. Ну, я хочу потестить 4Т10, но надо их 277. Ну, я потестил уже. Так он 266, там за счет стата могут выехать. Там 262, насколько я. Хорошо, нет. Приятность. Да. Чё, он Т4 даже один? Это он. Конечно. Окей, я на CLK повешу.